Не всегда цена нового автомобиля позволяет сделать покупку, не нарушая свой привычный образ жизни. Какие же есть варианты? Давайте разберемся. Отличается лизинг от кредита? И в чем преимущество лизинга от VAB? При лизинге вы все свои заботы о автомобиле передаете лизинговой компании, поскольку лизинг – это услуга для людей, которые ценят свое время. Для получения решения за 30 минут нужен всего лишь паспорт и идентификационный код. И как приятный бонус вы получаете постоянную поддержку персонального менеджера. Алена, а какие еще могут быть варианты, если цена нового автомобиля для меня сейчас высокая? Автомобиль с пробегом также можно оформить в лизинг. Прежде чем лизинговая компания покупает автомобиль, осуществляется полный осмотр на сервисе по нескольким протоколам осмотра, чтобы и клиент, и лизинговая компания были уверены в том, что автомобиль находится в отличном состоянии. А как быть, если летом я собираюсь улететь в Турцию? Можем ли мы уменьшить график платежей в два раза на июнь, июль и август? Да, конечно. Для этого лизинговая компания может вам согласовать лизинговые каникулы, когда вы оплачиваете всего лишь часть платежа. И у меня еще один вопрос. Как быть, если через два года я захочу поменять автомобиль на новый? Без проблем. VAB сделает предпродажную подготовку вашего автомобиля, найдет на него покупателя и дофинансирует его, если ему необходимо. А вам передаст в течение одного дня новый автомобиль по лучшей цене.